В интернете набирает популярность видео с горнолыжницей, которой посчастливилось остаться в живых после падения с 300-метровой высоты. Спортсменка сорвалась с одной из горных вершин на Аляске, где снимала фильм о природе. Оператор, работавший вместе с ней, запечатлел происшествие на камеру. По словам самой девушки, она падала так быстро, что единственное, что успела сделать, закрыть голову руками. После обследования медики обнаружили у нее лишь небольшие царапины.